Они осатанели. Шестая атака сзади. Лейтенант Форстер, вылететь немедленно на воздушном шаре. Добраться до нашего лагеря, требовать помощи. Готов. Но проклятый северо-восточный ветер похож больше на ураган, чем на бриз. Вылет шара невозможен. Если бы я умел управлять этим шаром, сегодня ночью я снял бы часового и прощай, Ричмонд. А ветер? Что ветер? Не видал я бури. Пойдем, мой мальчик, поищем более удобного ночлега. Ничего не хотел, дурно. Ты, может, думаешь, что ты джентльмен, который может говорить, что дурно, что хорошо? Не забывайте, что вы здесь военнопленный. И северянин. Я надеюсь, что вы не выполните свое намерение до конца, мистер. Чем вас обвиняют? Они сильны меня били. Кто вы такой? Инженер Смит, волонтер армии генерала Гранта. С вашего разрешения, северянин. Будем знакомы. Он мне нравится. Разорвись бы граната, я не дал бы и доллара за наши шкуры. Мистер Смит, а не попробовать ли нам исчезнуть из Ричмонда? Таким образом, взгляните на этот шар. Он только и ждет, чтобы его пустили в дело. Ради того, чтобы вырваться на свободу, стоит рискнуть. Летим. Ловко мы вылетели из Ричмонда. Без всякого разрешения властей, черт возьми. Мы с вами не знакомы. Пенкроф, моряк. Это Герберт. Сын моего покойного капитана Броуна. Очень рад. Гедеон Спилетт, военный корреспондент в Нью-Йорк Геральд. Если позволите, тоже северянин. Чудесно! Неплохая компания! Воображаю, как обалдели южане, увидев, что они лишились шара. Ого! Держи скреп!
Мистер Смит! Шар теряет подъемную силу. Мы падаем в море. Все тяжелый за борт. Все, кроме сухих припасов воды. Выбросить съестные припасы! Все-таки мы падаем. Нам ничто не в силах помочь. Все ли выброшено? Я выбросил все, кроме часов и записной книжки. Я оставил только нож. Земля! Я вижу землю! Всем подняться на землю! Это корзину! Значит, вы думаете, что инженер? Спи, мой мальчик, спи. Завтра утром мы поднимемся наверх, найдем людей, покормим тебя, и они нам помогут отыскать мистера Смита. Берег так же пустынен, как море. Едва ли мы поблизости найдем человеческое жилье, Пенкроф. А
что если на этой земле мы окажемся единственными людьми? Что вы этим хотите сказать? Ведь мы же совершенно безоружны. У нас даже нечем разжечь костер. Вы шутите, мистер Спилет? Будем ждать утра. Это ветер. Нет. Мне показалось. Что? Лай собаки. Собаки? Да! Это лай! Да-да. Лай! Лай! Это кто? Стоп! Да-да! Стоп! Стоп! Собака! Найдется, Сайрис! Найдется! Пошли, Герберт! Хороший! Иди за ним! Мистер Смит! Он умер! Воды! О, мистер Смит. Что с вами? Как вы себя чувствуете, а? Ничего. Ну вот говорил я, черт его бери, что мы найдем мистера Смита. Вот и нашли. Нашли. Как это нашли? Разве не вы вытащили меня из воды? Нет. Нет. Кто же перенес меня сюда? Мы только что нашли вас здесь. Ну... Я помню... Я стал тонуть. Кто-то подхватил меня под руки. Каким же образом я очутился здесь? Странно. Воды! Где мы вообще? На чьей мы земле? Трудно сказать. Мы не встретили ни одного человека. Но ведь кто-то вытащил меня из воды. Ну, конечно! Сейчас мы поднимемся наверх. Наверное, здесь недалеко до ближайшего города. Мистер Спилет! Мистер Спилет! Здесь чей-то след! Что такое? Я только что видел след. И этот след ноги не мистер Смит. А чей же? Не знаю. И почему-то вел прямо в море. В море? Да, в море. Нигде ни малейшего признака человеческого жилья. Сейчас беремся наверх, тогда все увидим. Тьфу. И чего он собирает всякую дрянь? Идем, идем, Герберт. Мистер
Смотрите! Дальше идти опасно. Градусов южной широты. Вот где мы находимся. 12 часов дня мы будем знать нашу долготу. Кто зажег костер? Солнце. Это все придумал мистер Смит. Мистер Смит? Да, мистер Смит. Он взял часы у мистера Спилита. И свой. Вынул с них стеклышки, сложил их вместо, наливал между ним воды, обмазал край глина и получилось зажигательное стекло. Огонь. Как жаль, что на нем нечего поджарить. Придется опять глотать эти проклятые ракушки. Мы поднялись наверх и не обнаружили ничего. Ни жилья, ни людей. Хоть бы знать, где мы находимся. Одну минутку, Фенкер! Солнце в зените. Который час? По вашему плану 5 часов 1 минута. Разница на 5 часов. В своем движении вокруг Земли Солнце пробегает 15 градусов в час. 5 часов Солнце проходит 75 градусов. Если Вашингтон расположен на 77 градусов западнее Гринвича, то наша западная долгота 152 градуса. Все ясно. 152 градуса западной долготы и 37 градусов южной широты. Вот перед нами безбрежный Тихий океан. Австралия и Новая Зеландия. Вот здесь должна быть Южная Америка. Вот Америка. По экватору 151. 37-я параллель. Мы на острове. Может быть, даже необитаемом. Мы в той части Тихого океана, которая никогда не посещается кораблями. И на этом острове мы проживем очень долго. Это так же верно, как то, что мы не в Ричленде. Да. Ну что ж, друзья, мы были к этому готовы. Я ничего не хочу от вас скрывать. И вы правы, Сайрус. Вы имеете дело с мужественными людьми. Мы верим в вас, и вы можете на нас рассчитывать. Не правда ли, друзья? Да-да, вот я, не будьте Пенком. Я желал бы одного. Чего? Говорите. Ну вот, чтобы мы не чувствовали себя потерпевшими крушение, а будто мы поселенцы, которые прибыли сюда, основать здесь свой поселок. Хорошо сказано. Это замечательно, Пенкроф. Вот ловко придумал, Пенкроф. Мы построим здесь целый город, железную дорогу, телеграф. Правда, мистер Смит? Непременно, Пенкроф. Мистер Спилет, запишите вашу записную книжку. Я записываю, Пенкроф. Вот только всему нужно дать название. Да-да, Пенкроф. Это бухта. Бухта спасения. Хорошо. Вот этот выс, выс Смита. А это Форт Нев. Мое имя. Ну да. Конечно. А почему бы нет? Форт Нев. Это звучит красиво. Моем именем называют вот. Да, теперь вся жизнь пойдет по-новому, Нет. Принято и записано. И еще одно предложение. Друзья, назовем наш остров имени великого гражданина. Именем того, кто сейчас борется за освобождение рабов. Назовем наш остров именем Авраама Линкольна. Линкольн! 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 Ура!
знаете, мне первому пришла в голову мысль бежать на Аэростать. Чудесная мысль. Она и привела нас сюда. Ну что ж, здесь все-таки лучше, чем в плену у южан. Особенно с тех пор, когда мы нашли мистера Смита. Ну чего нам не достает? А действительно, чего нам не хватает? Хоть бы крошку табака. Зернышко ржи. Зернышко ржи. Мы испечем из него хлеб. Да, понятно. Хлеб, печенье, пироги, пирожные. А с какой начинкой вы любите пироги, Пенкроф? С курицей. Ну вот у вас и будут пироги с курицей. Ага. Я боюсь, что вы растолстеете от такой мучной пищи. Как вы думаете, мистер Смит? Вы шутник, мистер Спилет. А скажите, Пенкроф, вы не знаете, сколько каждое зернышко дает колосьев? Один, я полагаю. 10, Пенкроф. А сколько каждый колос дает зерен? Право, не знаю. Вот если мы посадим одно зернышко, после первого урожая мы будем иметь 800 зерен. Ну? После второго около 100 тысяч зерен. После третьего 50 миллионов зерен. А после четвертого около 400 миллиардов зерен. 400 миллиардов? Да, 400 миллиардов. Да, но это в 4 года. Нет, в 2. Под этой широтой можно снимать урожай дважды в год. А вот одно зернышко табака... Табака? Может дать после первого урожая около 30 тысяч зерен. 30 тысяч зерен? Смотрите, мистер Смит, что я нашел в ущелье. Вы только посмотрите, что он там насобирал. Селитра. Серный... Колчедан. О, Герберт, ты недаром с такой любовью изучал естественную историю в Бостоне. А это что? Ничто иное, как железная руда. Правильно. И очень хорошо, что у нас на острове есть глина. Откуда вы знаете, мистер Смит? Наш остров хранит в себе огромные богатства. Опять этот странный крик. Кто же это может быть? Может быть, наш остров обитаем? Нам нужно найти надежное жилье и хорошо вооружиться. Завтра же примемся за работу. С чего же мы начнем? У нас нет ничего. Начнем сначала.
Вот такой остров. Какой чудесный остров. Жаль, что на нем нет людей. Вы полагаете, Пенкрофт, что остров не обитает? Но кто же тогда спас мистера Смита? Не сомневаюсь. Мы обшарили весь остров. Останки нашего воздушного корабля. Ну вот у нас уже есть паруса. Не хватает только корабля. Да. Даже ведет эта тропинка. Будьте осторожны. Человек. Вы видите? Чему же только что лаял топ? Да, это какой-то странный колодец. Вот и наше жилище. Жаль, что. Север, юг, восток. Там должен быть огромный обрыв вниз. Видите свет? Мы пробьем дверь, завалим наглухо вход, спустим вниз лестницу и будем в полной безопасности. А как же мы назовем наше жилище? Мы назовем его гранитным дворцом. Хорошо. Алло, мистер Смит. Попросите Пенкрофта. Корабль. Вероятно. Что же в этом сундуке? Что в нем находится? Очень любопытно. Пенкрофт, вот осторожнее. Топором поднимайте крышку. Так.
Прекрасный костюм! Отличная штука! Как вы думаете, а что здесь, а? Черт возьми! Порох! 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 Нет, лови! Порох! Целый бочок! Книги! Друзья мои, книги! Если бы здесь была хоть одна пачка табака, я был бы совершенно счастлив. Мистер Смит, мистер Спирит, Герберт, Пенкроф, себе. Ох, и еще один лишний. Слэд, Слэд, это тот же Слэд, который был, когда мы нашли мистер Смит. Клянусь, это не что иное, как след башмака водолаза. Здесь есть что-то непонятное, Спирит. Я до сих пор не понимаю, как я выбрался из воды и попал в пещеру. Разве я сам мог добрести туда? Один и тот же след ноги. Таинственный след ноги. Здесь есть какая-то тайна. Очевидно, да. Рано или поздно мы откроем ее. Слушайте, на нашем острове происходят странные вещи. Смотрите! Нет нашей лестницы. Ну, если там кто-то прячется, надеюсь, он мне ответит. Это здорово! Скорей! Скорей наверх! Компанию, а? Согласен? Он согласен. Обед уже готов. Давай попробуй, Джук. Надо посолить, Джук. Джук! Хорошо. Ну, сейчас мы их позовем в обед. Кончайте работать! Нэп зовет к обеду!
Ну, ответьте хоть на это. Зачем вам понадобилось ружье? Вы стреляли когда-нибудь? Вы умеете обращаться с ним? Знаете что? Вы, наверное, хотите есть. Я тоже проголодался. Давайте пообедаем. Неужели этот человек? Конечно. Тогда почему он все время так молчит? Вероятно, одичал в одиночестве. Вентроп, идите обедать. Идите обедать, Вентроп. О, Вентроп, сегодня ваши любимые кушанье. Агути. Агути? Я люблю агути. А вы любите агути, а? Вам нравится агути? Ну, хорошо. Вы не хотели мне отвечать на вопросы. Вы могли меня не слышать. Могли не понимать. Но ведь есть-то вы можете! Фу, жарко. Откройте дверь, Пенкроф. Сегодня у нас хорошая, брат. И мы вполне его заслужили. Мистер Спирит, запишите свою записную книжку. 15 июня 1865 года мы закончили... постройку мельницы. Тут еще партию агути. Ну, мистер Джуб, придется вам удвоить жалование. Он вернется. Он не выдержит одиночества.
глубине морей, воскликнул капитан Немо. Только здесь полная свобода, независимость и справедливость. Какой замечательный человек был этот Немо. Да. Если все это не выдумка профессора Аронакса, автор этой книги, это был исключительный человек. Таинственный капитан. Единственное, чего мне не хватает, и о чем я мечтаю, это почитать газетку. А в Америке, наверное, и война уж кончилась. И победили? Конечно, северяне. Победили, наверное, северяне. Но Америка и Большая Земля, все это довольно далеко от нас. Я должен рассказать вам историю своей жизни. Можете ли вы выслушать ее? Мы этого от вас не требуем. Это мой долг. Лет тому назад вор, беглый каторжник, закоренелый убийца Айртон, так неисправимый преступник, был высажен на необитаемый остров на съеденье диким зверям. 12 лет. Как страшно. Как страшно день за днем терять память. Если Айртон, если я не совсем сошел с ума, то это только благодаря вам. Я не помню, когда я сделался зверем. Таким вы меня нашли. Когда люди так беспощадны к себе, они говорят правду. Хотите быть нашим товарищем? Вот моя рука. Что с копом? Там что-то есть. Поднимите крышку. Снимайте, Нед. Бросьте лестницу. Thank you.
Я ничего не обнаружил. Но почему же лаял топ? Очень странно. Но все-таки там что-то есть. Только что эта жидкость взорвет такую огромную скалу. Это нитроглицерин. Отойдите дальше. Пройдет сейчас. Или помоги. Вот здорово. Прошу. Вот. Так. Вот. Джуб-джуб. Иди скорее сюда. Сюда, Джуб. Джуб-джуб. Осторожней, Джуб. Всех приглашенных на банкет прошу пожаловать в большой зал Гранитного дворца. Джуб. Айртон, до скорого свидания. Чем хотели, Сайрус? Да-да-да. Но сегодня я хочу говорить о том, о чем до сих пор было запрещено говорить на острове. Мы одиноки. Нас только 6 человек. С жупом 7? Да. С жупом 7. Но каждому из нас всегда не хватало людей. И мы должны вернуться к ним. Мы построим шхуну. Я надеюсь, что мистер Пенкроф сделает нам честь принять ее под свое командование. Здоровье Сайруса! Ура! Вам будет дальше капитан. Принимаю! И если мы без разрешения властей вылетели из Ричмонда, то отсюда! Зернышко ржи, найденное в кармане старой куртки Пенкрофа, принесло свои всходы. С курицей! Пенкроф, твои мечты сбились! Я очень-очень долго ждал этого впереди. А теперь... Как наелся? Ну, все-таки 7. Не могу. Оставлю на улице. Куда вы так спешите, Пенкроф? Не забывайте про ваш СССР.
Благодарю вас, мистер Спилет. Я не люблю сладкого. Ну, может быть, чашечку кофе? Тоже благодарю. Не хочется. А скажите, Пенкроф, как у вас сердце? Здоровое? Да. Вы уверены в этом, мистер Пенкроф? Да. Ну, тогда вы можете взглянуть вот сюда. Табак. Табак. Настоящий табак, да, Пенкроф? Настоящий и хороший табак. Кто нашел табак? Ты, Мэр? Нет, Пенкроф. Это мистер Спилет. Мистер Спилет. Мистер Спилет! Пощади. Мистер Спилет, его выросли, а мы их захоронили. Тайна. 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 Неужели мы отсюда так и уедем? Так и уедем. И значит, никогда не узнаем, чьи эти были таинственные следы. Этот странный колодец, ваше чудесное спасение. Я не верю в чудеса, мой мальчик. Но вот если бы сейчас под окнами нашего дворца появился корабль, я с большим удовольствием поверил бы в чудо. Прямо на остров. Да, сюда. Ну, а что же мы теперь будем делать? Мы поедем к людям. Мы идем туда. Ну а как же наш остров? А мы вернемся сюда, мы возьмем людей. Конечно, мы будем там. Вы только представьте, нас 6 человек, и мы достигли так много. Если нас будет... Вы представляете, что можно сделать? Что это за корабль? Я узнаю его. Это разбойничье судно. На нем когда-то плавал я. Но если эти негодяи пытаются напасть на наш остров, мы будем защищать его. Позвольте мне пробраться на бриф, узнать их намерения. Вы рискуете жизнь, Айртон. Об этом не стоит говорить. Я пойду с ним. Вы не доверяете мне? Жаль. Вы имеете на это полное право. Нет, вы не так поняли, Пенкроф, Айртон. Я хотел вам просто помочь.
пустынный, никому неизвестный остров. Здесь есть гавань, пресная вода. А люди? Перебьем. Оставим только тех, кто пойдет с нами. Его нет слишком долго. Это могло стоить ему жизни. Я боюсь другого. Чего, Петр? Если он там встретился со своими, почем знать? Не говорите глупости, Пенкроф. Верно. Вы ранены? Пустяки. Нам угрожает серьезная опасность. Да. 6 против 50. Наша ферма горит! Погибнет наши пассив! Назад! 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 Вернитесь назад! Тебе не бессмысленно! Мы поднимемся наверх и взорвем подъемник! Садитесь на карту! Thank you.
Как ты себя чувствуешь, Герберт? Хорошо. Ему хуже? Да. Началась лихорадка. Этого я боялся больше всего. Сайрос. Теперь ему мог бы помочь только хинин. Они взлетели на воздух! Скорее на берег! Хотите знать, почему Брик взлетел на воздух? Да. Он наткнулся вот на этот кусок железа. И на эту трубку? Да. Это все, что осталось от торпеды. Торпеды? Да, но кто ее выпустил? Я это так же хотел бы знать, как и вы, Пенкроф. Какой-то таинственный и могущественный покровитель избавляет нас от бед и несчастья. Кто он? Честное слово, я не пожалел бы расстаться с одним глазом, при условии, что другим увидел бы этого человека. Thank you.
То есть как Пенкроф? Капитан Пенкроф? Простите, капитан Пенкроф. Уж если я воздушным кораблем доставил вас сюда, то на парусах... Шхуна готова, я принял командование. Значит, капитан, да? Да. Джуб! Джуб, ты что делаешь? Не трогай аппарат! Джуб, иди! Замолчи! Джуб, Джуб, Джуб! Кто ты звонит? Следуйте по пути новой линии телеграфа. Он вызывает нас. Но кто он? Он не назвал себя. Но кто бы он ни был, сейчас мы встретимся с ним лицом к лицу. А что, если он тот самый капитан? Так или иначе, в путь. Прямо внутрь пещеры. И совершенно нет ни самого света. Вот в чем тайна колодца. Капитан Немо, вы нас звали, мы пришли. Вам известно мое имя? Кто же выдал мою тайну? Неужели тот профессор, которого судьба забросила ко мне на борт 16 лет тому назад? Он выпустил книгу «80 тысяч километров под водой», в которой рассказал историю вашей жизни. Весь мир... Мир говорит обо мне все, что угодно. Капитан Немо – человек вне закона. Но никто не знает обо мне ничего. Я родом индус. Мое имя – Дакар. Когда против поработившей нас Англии вспыхнуло восстание сипаев, я весь отдался этому движению. Восстание сипаев было подавлено. Меня стали преследовать. Здесь, на этом острове, я построил себе подводное судно «Наутилус» и навсегда исчез под водой. Я посетил все моря, от полюса до полюса. В этих неизведанных морских глубинах я собирал невероятные сокровища.
и предоставлял их в распоряжение того народа, который отстаивал свою свободу и защищал родину от угнетающей власти. Вы все отважные, честные люди. Вы всецело отдались общему делу. Я часто наблюдал за вами и полюбил вас от всего сердца. Капитан, мы не раз обязаны вам жизнью. Чем мы можем вам помочь? Мне ничто не может помочь. Мои часы сочтены. Я здесь один. Я позвал вас как друзей. Выполните мою последнюю волю. Похороните меня в моем Наутилусе. Мы исполним вашу волю, капитан. Пол жизни я прожил вдали от людей. И только теперь понял, как я ошибся. Человек не может жить в одиночестве. Вы правы, капитан. Мы решили вернуться к людям. Будь счастлив, мой мальчик. Я хотел бы поговорить с вами наедине. Мы всегда ощущали его присутствие. Рядом с нами жил друг, товарищ, оказавший нам столько услуг. Великий изобретатель, намного опередивший свою эпоху. Его больше не существует. Тайна острова раскрыта. Капитан Немо, таинственный капитан. Он завещал нам вернуться на родину. Друзья, мы были счастливы на этом острове, но нас было только 6 человек.
Вы представляете, что бы мы могли сделать, если бы нас было больше? Мы поедем к людям, и мы должны обещать, что мы никогда не расстанемся. И на большой земле мы будем также совместно трудиться, строить, и будем бороться с теми, кто помешает нам жить и работать. Друзья, поднимите руки! Пройдет извержение. Вот об этом мне и сообщил капитан Немо, когда мы остались наедине. Укрепление природы, веселей, веселей.